Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Celina. Happy birthday to you. Что за си? Сейчас, дай золотое желание. Давай. Ой. Ух ты! О, вот это нужно. Да ну. Фига себе. Это что, у меня теперь красивый свет будет? Селф-кер какой-то же надо делать, правильно? День рождения. Надо сейчас заботиться. Сейчас маму напугаю. Ты что так резко остановилась? Я думала, сейчас меня обычно. То есть ты даже не испугалась? Нет. Ну да, обычное явление на самом деле. Дамы и господа, доброе утро. На дворе у нас... 10 января. А это что значит? Это значит, что мы стареем на год. Я не знаю, насколько выйдет этот влог, потому что снимать прям все досконально, наверное, я не буду. Наверное, это будет как, знаете, такой видеодневник, хотя не знаю, просто не знаю. Может. Вот. Я вот такая собралась красивенькая в школу. Но у меня еще пиджачок будет. Вот. Вообще отмечать я как бы никак не собираюсь. То есть я так вечером с родителями схожу в ресторанчик, а уже на выходных с друзьями потусуюсь и красивый тортик я заказала. Надеюсь, он будет красивый. О, пырки! Это вот мне надо. Торчик на Элину. Эля. Торчик? Какой обзор? Я не знаю. Ваши комментарии. Музыка топ. Очень нравится. Сейчас включу, сейчас коробку. Мальчик молодой. Цените, что мне подарили. Брауни. Да? И вот это. Просто у нас было, короче, тест названием «Что вы хотите на день рождения?». И я просто капслоком написала «Сырники». Вот. А там же... А мне реально сырники подарили. Все, я, в общем, вернулась домой. Сейчас буду собираться, переодеваться. Ух ты, вот это да! Ничего себе! Красота! Блин, класс! А что это за шарики такие? Мороженое, мороженое. Не могу слава. А вот это вкусно. Да, я знаю. Вот это вот свечка, которую мне дали. На, попробуй. Чаем. Да ты что?
Ты просто говоришь, что меня не обидит. Нет, хорошо. Кому-то кажется, что... Сейчас будет смертельный номер. Ты можешь попробовать вообще щелкнуть? Я ни разу в жизни не вижу. Серьезно? Да. Нет. Надо нет. Проводить по колесикам, потом нажимать. Да, только быстрее. Вот. Это моя первая зажигалочка, которую я зажгла. Спасибо, что пришли. Пожалуйста. Спасибо за ваши подарочки, за ваши пожелания. 17 лет, не хухры-мухры. Скоро съезжаем, ребят. Ну ладно, я загадываю желание, короче, и все. Всем пока. Ура! 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 Мега ура! Ура! В смысле, кого сочи, чувак?